Ненецкий округ для развития своих территорий намерен использовать технологии нефтяников. Об этом сказано на встрече главы региона Игоря Кошина с руководителем «Лукойл Коми» Александром Лейфридом. Стороны обсудили как текущую производственную деятельность компании на территории НАО, так и возможность передачи опыта административно-хозяйственного развития в условиях Крайнего Севера. С этой целью делегация Ненецкого округа посетит Когалым, город, где размещены основные производственные мощности нефтяной компании. С тем, чтобы нам посмотреть, как наши коллеги в схожих условиях организуют процесс строительства, содержания автомобильных дорог, тепловодоснабжения, обеспечение, уборка мусора, то есть простые бытовые вопросы. Потому что изобретение велосипеда по-ненецки, оно приводит, к сожалению, к тому, что мы тратим огромные деньги, но результата не получаем никакого. Поэтому давайте будем учиться. Глава региона поручил своему профильному заместителю Алексею Кайдалову сформировать делегацию из представителей всех необходимых ведомств.